Всем привет! Вы на канале Картон. На этом видео мы поговорим о игре Pet Simulator X и о новом обновлении с квестами. Поехали! С помощью этого обновления много людей получили очень много гемов. Сейчас я вам расскажу почему. Вот тут вот есть вот такая вот штука. Тут можно выполнять квесты и получать квест-поинты. А вот эти вот квест-эдди, они стоят по 200, по 2 миллиарда гемов за одну штуку. Неплохо тогда. Я как раз таки успел себе купить аж 4 штуки, повыполнял квестов и продал их на аукционе. В итоге у меня получилось, как вы видите, 9 миллиардов алмазов. Это обновление сможет дать вам довольно-таки много алмазов. Но это еще не все. Еще за эти квест-поинты можно покупать также обычные алмазы. Можно покупать 5 слоты. И можно покупать хранилище для петов. Можно купить стойку и даже ховерборд. Некоторые квесты очень сложны. И выполнить их почти невозможно. Вот в Doodle локации, точнее не в Doodle, а в Кавае, нужно открыть 3 huge pet и 15 тысяч петов. Но есть и довольно-таки легкие квесты. Например, резнуть 2000 супер лаки бустов, активировать 50 удачи к серверу, активировать бусты, ну и так далее. В общем, это обновление очень даже крутое. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.